Мы не знаем. У каждого бывают оплошности. Если кто не видел, как Андрошук бьет по груше, скрин фанпейдж, там все видосы есть. Заходите и смотрите, как он бьет рекорды. Ну да. Так, там было больше нуля, в любом случае. Главное, подписывайтесь на мою телегу. Кстати, да. Андершок просто. Просто заходите, подписывайтесь. Никаких фанпейджев, никаких 113, да, просто, да, просто Андершок. Просто Андершок, все просто. У нас уже идут драфты, и смотрите, у нас у ЕГЭ появляется Брутка и Текис, а панды стандарт, Пугна плюс Шторм. Как будто бы Тинкера не будет. Тинкера не будет, но будет Шторм с Пугной, что мега круто, я считаю. То есть надо какой-то сейчас минимальный ответ на Бруду найти, может, кого-то Марса взять или там, я не знаю, что-то, что убивает пауков. Алхимик. Алхимик хайп. Блин, я все время с таким полурофлом говорю слово алхимик, потому что не считаю его за героя, но мне постоянно все говорят, блин, хайп, да, нормально заходит. Да, нормальный герой. Я не знаю, может, это я что-то не понимаю. Рамзес может показать на алхимике. Напоминаю, что у нас приезжал Роджер. Как раз таки после успешного выступления и говорил, что зачастую у них была ситуация, что они надеялись, что противник кого-то зовет резабайнд, что Рамзес не играл на этом герое. Поэтому, возможно, здесь та же история. Брутка у нас для ЕГЭ может пойти не только на трена, может пойти и в мид и в керри. Имеем такую опцию, так что надо держать в голове. А пока что надо что-то придумать вот против шторма Пугны, да, банально какой-то контроль добрать. И, ну, Бруда, да, действительно, когда она может пойти на несколько позиций, она становится достаточно эффективной, то есть подбанить какую-то нагу условно надо, да, чтобы ее просто не закрыли в матчапе, и уже можно тогда что-то думать от этого. Нагу, да, мы прошлись по саппортам. Нагу прикольно будет забанить. Так, ну, банится Бутсикер непонятно зачем, просто Бутсикер, потому что Рамзес на нем играет. Ну, играет в Руду хороший герой. Достаточно хорошо. Просто мы же видели, как против гладиаторов Рамзес играл на Блудсикере против Бруды, и у него там было все не очень. То есть вряд ли бы повторилось то же самое. Ну ладно. Ну знаешь, комфортный герой лишний раз. Про медузку-то не забыли. Конечно. Ну, надо про Нагу тоже не забыть, потому что если Нага будет, Рамзес уже отлично на ней играет. И как бы может достаточно много проблем этой Бруде предоставить. Как бы. Бан Баратрума я понимаю, да, по карте сложно играть, сплитпушить, но ЛЦ, не знаю. Дизраптор. Дизраптор. Блин, только хотел сказать, что на Нинпандас возьмут Нага Дизраптор и просто пик будет конфеткой, но увы. Увы, но нет. Рушим комбинацию. Да, ну на ком Леха будет играть? На Личе, может, каком-то? Чтобы Текиса с Синстергейзом ловить и Нагу просто взять под это все. Но вообще самое такое рациональное — это Рубик. Опять же, с шардом сейвишь от Дизраптора. Плюс, ну, Тейчеса тоже можешь словить в полете. Да, мне кажется, хочется пугнуть четверку вот в этой ситуации, чтобы стакать лес шторму, был у тебя быстрый левел, ты ему постоянно заливал маны, вы вместе бегали. Типа пятерка пугна, она не всегда имеет игру, скажем так. Шадоу, демон. Против всего работает, все бустит. Угу. И как вариант, кстати. Подбираешь героя, который просто будет с ним стапить на троечку. Но Рубик получше, потому что это контроль все-таки, да, то есть ты можешь, опять же, застапить кого-то, поднять там, или да, наоборот, воровать засейвить. Нечего, кроме Текиса, мне кажется. Все спелы какие-то. Ну, дизраптор ты обычно. Тоже. Обычно ты у него первый спел воруешь, типа, не ну, знаю. Не, ты глим спокойно можешь своровать. Ну ладно, Пугна 5 все-таки. Ну, это Sky дефолтно для Антареса. Не стали они ничего придумывать. Но опять должен появиться какой-то герой под Sky, да, в оффлейн, скорее всего, для Мьера. Иначе вот Sky он сам по себе. Не очень все-таки выглядит. Ну, бери любого героя со станом. Давай Марс, давай Нетхантер там и так далее. Вот любого берешь, у тебя килл потенциал. Да что-то вы Марса слишком форсите. Я вот понимаю, когда пикают Марса, когда это сигнатурка, да, команды игрока. Но для Мьера это нифига не сигнатурка. То есть я ожидаю от него какого-то более своего пула, да, героя, нежели вот просто Марса. Ну, я предложил, например, Тайдхантера. Ну да, то есть какой-то Тайд, ДС, там, я не знаю, даже Дум может появиться, вот, вплоть до этого. Ну, у нас появляется Бисмастер, да. Его герой, стандарт, все окей. Ну, нормально, но на самом деле он на нем играет не особо стабильно из тех игр, что я видел, да, но в драфт вписывается неплохо, да, он просто постоянно толкает линию, сетап как раз под Sky, вдвоем они могут играть всегда. Дает вижен с птицы под шторма, чтобы он тоже прыгал. То есть, в принципе, синергия 9 пан хорошая на данный момент. ТБ надо брать ЕГЭ. Что еще остается?
Типа... Сирена. Антимаг вроде неплохо. Зачем тебе ТБ, берешь Ноксирена, и у тебя дизраптор сирена? Ну, нормально вроде. То есть, ну, линия в Бестмастер всегда хайп? Ну, не хайп, просто 50 на 50. Я бы не сказал, что... Миньора всегда хайп? Со не, в целом прикольно, да. Минк под слип поставить, статик, типа, есть комбухи, так сказать. Для антимага шикарная игра, посмотрите на первых трех героев, просто несмотря там на беста, да, и, ну, ТБ. Не, антимага когда я не когда у тебя видеть. Будет антимаг Бруда, мы... Сейчас, когда вы да, говорить, показ на антимаге не работаем. Нет, это дело уже не в показе было, на антимаге да. даже, а в том, что у тебя опять будет 0 дизейблов каких-то, под которые что-то кто-то делает. То есть каждый вот у нас, давай, ты возьмем топорку антимага, будет прикольный сетап кор-героев, и они опять же, вот как мы сегодня смотрели, ничего не могут на подраке сделать, потому что ничего не будет на тимфайт. Ладно, Нага действительно лучше всего выглядит. Но она самая логичная, она может любую инициацию прервать после роура или влета шторма и контринициировать с помощью, опять же, статика дизраптора вместе. Но ну, появляется Манкинг. Такой себе, на самом деле, выбор. В шторма и Бестмастер к тому же. Не, ну типа они могут линию выиграть, по сути? Могут, могут, но потом по игре вот у нас была вчера буквально карта, где МК сидел на дереве, и из его команды Штурмим, пролетая, его уронил. То есть, а тут они против себя все играют, то есть Flavision 1, Flavision 2 какой-никакой есть, и очень тяжело играть. Ну такое, знаете, вот если у ЕГЭ первые 10 минут не пойдет, мне кажется, они просто ливнут. 15 минут и все? Ну, давайте 16. Не, ну они не ливают очень рано, но и очень долго могут не играть. Ну, типа, видно уже, вот, наверное, все зависит от того, как будет показ играть. Все зависит от того, будет ли у него линия, сможет ли он там выйти 4-0-0, стопнет ворсом. Если так будет, ЕГЭ могут засноуболить. Потому что команда резвая, скажем так, они просто на тебя бегут пятером, и ты ничего не можешь сделать с этим. Кого мы хотим добрать для панд? Да контроль какой-то нужен дополнительный на шторма. То есть ты хочешь, чтобы... этот шторм не летал, не убивал всех по карте, да, на данный момент. Ну, есть, конечно, дизраптор с тейчисом, там, МК, но это не супер прям контроль какой-то, да. Ты хочешь стабильно, чтобы ты сам мог тоже нападать, сам мог доминацию задавать. Есть уже Бурда МК, у тебя 7 коры, и вот хочется такого тоже добрать 7 кора в мид, который, ну, был бы плеймейкер. Я вот думаю сейчас, конечно, в голову сразу приходит там какой-то Эмбер, там, Панга, но ты видишь, как бы там Beast Sky, и неприятно этим героям играть. Хотя, возможно, Эмбер, он все-таки может появиться. Ну, давай сначала, может, их наверх героя придумаем. Да, надо кэри. Надо кэри. ТБ вот бани, я не знаю, кто еще может хорошо поставить. Нага тоже бани. Этот алхимик прилетает. Добро пожаловать! Изи, ребята, вообще изи. Так, инсайт от Роджера, что нам говорил? Нет, к этому герою у него не было претензий, потому что они при нем его не брали. Вот, но у меня, говорю, есть претензии. Я считаю, что герой супер слабый и мало где работает. И как бы вроде же круто его предлагаю, и он постоянно появляется. Но ЕГЭ — это та команда, которая стабильно ему проигрывает. Поэтому, может вот быть, сработает. Вот набивает винрейт. Но единственная команда, которая набивает ему винрейт. И потом сами же ему винрейт сливают, беря себе. Но давайте подумаем, кого мы возьмем в оффлейн. Точнее, в оффлейн, а в мид. ЕГЭ? Тут остается только темпить. Нужен активный герой и просто доминация с линией, чтобы просто бежать и всех убивать. Ну, на таймере банально сейчас будут ЕГЭ, как ни крути. Хотя, ну, могут они тоже добрать такого семикора и попытаться играть в лейт, но как будто ты не хочешь играть против алхимика, там он просто пауэрспайк возьмет, шторм с пугной тоже пауэрспайк возьмут, и тебя просто задавят там за 25 минут. И появляется брюмастер для Виспера, 75% винрейта, его сигнатурочка. Не, вообще не понимаю. Все не нравится. Не нравится им. Очень не нравится. Ладно. Хочется сказать, что ЕГЭ, но я не буду это говорить. Я скажу Nine Pandas 2-0. Ой, 1-0. Не будем забегать вперед. Не понравились вам вообще, понимаю, так ластовые пики не важно. Не-не-не, пик снизу очень крутой. Ну, типа, я смотрю, мне нравится. Я имею в виду про героев именно конечно, да, алхимик и Брю. Вот убрать бы и перепикать, и все окей, да? Брю хорош. Я просто с того, что... Ну как ты все... Вот смотришь, диссонанс в голове, хочешь сказать, пик снизу намного сильнее, круче, так. Смотришь наверх, там алхимик, и думаешь, ну... Короче... А, какой твой предикс? Nine Pandas. Просто потому, что они играют лучше, и у ЕГЭ просто отвратительный счет, и они вылетят после этой серии. Скринуха, челает сильнее. Да я думаю, Nine Pandas более стабильный, понятный драфт, я вот
не понимаю Брюмастера, честно. Вы его хайпите. Для меня это вообще кусок просто useless. Я не вижу никакой макрофункции, чтобы он выполнял нормально. Максимум он дисплеит какой-то астрал пугнул и все. Так а лейт-то чей сильнее? Лейт, я говорю, Найн Панда сильнее. Все, значит, я за ЕГЭ, чтобы хоть кто-то из нас был прав. Отлично, Лекс будет доволен. Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что у нас есть наши социальные сети Fissura_Pro. Подписывайтесь, заряжайтесь позитивными эмоциями и смотрите трансляции вместе с нами. А как же думают наши зрители? Это тоже самый главный вопрос. Ну, тут, да, тут бесспорно большая часть все-таки отдает предпочтение пандам. А мы передаем слово комментаторам, они заждались. Первая карта ЕГЭ, Nine Pandas, полетели. Поехали смотреть. Я бы не смотрел на турнирную таблицу. Да, понятно, что Evil Geniuses стартанули очень плохо два игровых дня. Но вот при этом, например, сейчас был матч Execration, Shopify, Rebellion. Execration также выглядит никудышно, выглядели, но смогли одну карту у Shopify отжать. Поэтому рассчитывают на 2-0, не придется. Ну, пишем мне предикт. Я его снова дал наугад, а и получил, что вообще, на ЕГЭ. Что вообще за пример ты даешь? Execration против Shopify. Shopify выглядят тоже супер разобранными на уровне Execration. А панды выглядят сверхмощно сейчас, ты хочешь сказать? На фоне ЕГЭ, скорее всего, да. ЕГЭ в последнее время показывали прям вообще супер плохой перформанс. Ходят слухи о том, что они там, игроки болеют, им нехорошо, и поэтому ждать от них какого-то сегодня резкого просветления и улучшения их игры я вот вообще не ожидаю. Да, но при этом одну карту все же против LGD команда смогла отжать. Поэтому, может быть, вот этот фактор Брюмастера сыграет за. Ну и Алхимик, в целом, надо посмотреть все вообще. Все же, эту выигранную карту у LGD стоит дать должное самой команде LGD. Там были абсолютно странные передвижения, в принципе. Странная игра. Что это за сентрик? Заблочено против Бисмастера. Бисмастера просто, сразу, да, с нулевой. Тут все правильно сделано. Коэффициенты от BitBoom 1.6 на Pant, 2.3 на Evil Geniuses. То есть неразгромный коэффициент абсолютно. 1000 фрибетов гарантировано от BitBoom по промокоду BALI. Вводите его при регистрации, лутайте фрибет. Брутмастер метовая. Но, конечно, каким-то образом... Почему-то вместо сайленсера на первой стадии появился Тэтчес. Тем самым вот эту комбинацию Шторма и Пугны, ну так, по ощущению, не закрыли. То есть в тимфайте Пугна будут стоять и лайфдрейнить того же Шторма. Ну, тот же самый Шторм будет летать по драке спокойно абсолютно. Единственная цель, которую ему нужно будет зафокусить, это Дизраптор. Герой, который единственный здесь может его дизейблить. Не будем, наверное, считать там какими-то крутыми станами. Первый скилл МК, либо пластов. Ими не так-то просто еще и попасть. Да. Ну, либо можно разыграть Брюмастер, циклонит Шторма, и после этого Дизраптор накрывает поляны. Тоже может быть вполне эффективная комбинация. Но это все попозже. Алхимик, вот как-то нам не сказать, что нравится этот персонаж. Как-то на этом мажоре, что они игры мы смотрим, не всегда удается удачный перформанс. Но также были очень удачные игры. Да, сейчас он не так быстро фармит, как когда-то. До этого сейчас его чуть поднерфили. В любом случае, герой очень сильный благодаря тому, что у него просто есть стан. Герой, который очень, очень быстро может купить блинк. Блинк, БКБ, Радианс. Это его самый дефолтный билд. Из этого играть активно. Все спокойно на легкую Evil Geniuses. Спокойно пулит крипов Дизраптор. Сисмайл на Брудмазер в центре. Как тебе вообще это? Пока Киатака очень неплохо фармит. 9 крипов уже. Вортекс под крипами. Еще несколько ударов. Смайл. Еще удар. И атака. Ну вот и пофармил. Крис Лак на бурде в центре. Я представлял себе, что Шторм должен быть гораздо сильнее в этой ситуации. Но бурда так рано умирает. Должно было это случиться чуть попозже. Да, это и правда. Вторая минута, соло-фраг. Там только Боттл доезжал в этот момент. И это будет фактор сноубола тоже очень сильно решать, потому что Шторм быстро получит уровень 6 и сможет за этой брудой постоянно прыгать, летать. Если, конечно, будут активные руны. Алхимик на грани смерти. Умирает. Будет ли размен? Возможно, будет даже два фрага для Evil Geniuses. Липучка, да. Будет два фрага, вопрос, выживет ли Виспер. Виспер умирает. Липучка, еще один удар. Есть. Ну, там фласка была активирована, но не успел, Скаймак. Дерегини, тебе достаточно. Мэтью забирает уровень 3 на третьей минуте. В общем, качельки, но на центре. На центре ситуация уже критическая. Брудмазер не фармит. Любых крипов Сисмайл переагривает. Киатака еще несколько ударов удает сразу. Так, Киатака теперь еще и Вортекс имеет. Пассивочка в 2. Будет еще проще с Крислаком разделаться.
И не самая яркая статистика от Киатаки. Это была его, наверное, суперсигнатурка, Storm Spirit. Пикалась всегда, когда нужно было фантом затащить игру. Когда нужен был тот самый бустинг. Неважно. Главное, да, Бруда сейчас стоит под тавром. То есть на первых минутах он показал, что играть на героя он и правда умеет. Колба под спрей. Максимальная. Вот это уже важно. Брюмастер без телепорта. Сейчас какие-то смоки нажимают, но у Мэйти только один будет здесь что-то фармить. Алхимик получает пространство для фарма. Мэтью также под прессингом. Колба заваривается. Мэтью бластов ему надо нажимать. Хотя что тут нажмешь-то? Колба долетит. Минус. И Мэтью. 4-2. Очень круто легкая линия выглядит для Найнбанд. Алхимик с левелом становится все жестче и жестче. Ну и... Непонятно, кстати, почему Скаймаг стоит снизу, не Пугна. Почему решили панды свапнуть своих саппортов. Хотя, что Пугна, что Скаймаг примерно похожи друг на друга. Что по геймплею, что по функции своей. Именно вот на лайнинг стадии. Смотри, просто Брюмастер пропускает практически всю пачку. Следующую пачку уже отводит на Скаймаг. Кассив. Какой же крепкий Рамзес. Рамзес, ну, стики 7 зарядов. Да, не хватит урона, нюков больше нет. Крипы оказываются у Тауэра. То есть Виспер продолжит стоять и наблюдать за фармом Алхимика. Сам при этом тут крипов будет терять. Рамзес, Колба. Рамзес. Надо подойти к Колбу, откинуть. Крипы бьют. Антарас очень мало мана остается. Есть граната. Алхимик в таверне. Да, очень активная линия. Хотя на топе, я смотрю, тоже экшен. Команда Найнпанда сдавит. Показ против Курьера. Соло убивает Курьера. Бласт Панду заехал. Панда. Есть ли кровавая граната у Соло? Видимо, нет. Панда может сам ее кинуть. Но в этом смысла мало. Манки Кинг. Джингу Мастер из таки получает. Это ничего не дает. Залетает топоры. Кровавая граната. И Соло оформляет дабл килл. Что вообще происходит на лайнинге? Это 5-я минута и уже такой разгром. По всем линиям, понимаешь? Тут нет прям линии, где ЕГ держится. На центре 16 против 31 на 11 у Киатаки. Мы на Нетворсе можем посмотреть. Да, ситуация... С таким ужасная. Стартом это может стать очередной самой быстрой игрой на этом турнире. Предыдущая длилась где-то минут 14. Угу. Да, забавно, что GG сыграли самую быструю, самую короткую карту пока на этом турнире. Напомним про Noob Store, магазин стильной одежды. Кликайте на баннер по трансляции, заглядывайте на сайт. Используйте также промокод Dota 2. И вы можете получить скидку 20%. Дерзайте. Так, еще и Соло приходит в мид под шестую. Бласты под катапульту. Рамзес. Они хотят ли Рамзеса задавить? Он здесь один. Рамзес. А чего они ему сделают? Не могут они по таймеру идти без ульты и брюмастера. Да, какие-то липучки. А если сюда дизраптор придет? И они будут втроем. Бластов. А вот без дизраптора попытка. Рамзес. Или уже с ним. Колба заваривается, гримсует Рамзеса. Может быть, даже для Рамзеса эта ситуация конкретно выгодна. Колба на максимум, дизраптор летят, орехи, сайленс, брюмастера. Брюмастер нажимает стики Рамзеса. Нужно клэпнуть, клэп прошел, но Виспер отсюда уже не уйдет. Минус 2 для пант в размен на Химика. На центре прессинг, жесточайший на Брутмазер. Два героя давят. Сисмайл, шторм под руной, двойного урона. Бласт залетел, Киатака делает решающий удар. Там было несколько решающих ударов, и все они были миссами, потому что висела, видимо, силкинбола на Шторм Спирите. Но в любом случае хватает урона, ДД есть. Активная руна для Шторма — это всегда очень хорошо. И здесь нет никаких предпосылок к тому, что у Шторма там на 8-й, на 10-й минуте не будет этих рун. Все супер круто по лайнингу получается для панты, и тавер в центре уже падает. Может быть, даже Оркид какой-то Киатака купит. Мы уже видели Шторма с быстрым Оркидом. Просто вот этих саппортов грызть, дизраптор, отечиться — это будут настолько легкие цели. Дизраптор уже не сможет тебя никак глимсануть или закрыть статик штормом. Рун контроль. Антарес. А что ты сделаешь успеет здесь? Успеет ли подойти Текис? Успеет ли подойти Мэтью? Но все-таки забирает. Не получается покликать. Ну да, Антарес как-то вплотную не подошел. Это было 50 на 50 на самом деле. Не повезло немножко Антаресу, если он еще... Лотос есть? Отдаст санитара. Он может это сделать, красавчик. Шикарно. Просто шикарно. Молодец. Такая перетяжка. Да, руну не забрал, но три героя стянулись. Заденайлся, не нафидел. Киатака улетает на базу, Миеро топоры, Манки Кинг, палку дал, выпрыгивает. Нет топориков, да? Попытался Миеро просто срезать его топорами, Рора еще нет. И срезал же со второй попытки! И Рор
скорее урон нанести, убить Манки Кинга. Дизраптор на это смотрит, ничего поделать не может. 11-4. Это все еще в условии, что алхимик фрифармит. Несмотря на 3 смерти, Рамзес постоянно разменивался. Большой плюс для себя и саппортов. Сисмайл в лесу, Мистик Флэйр, Сайленс возвращает киатака. Мистик Флэйр Бруду. Что я сейчас увидел? Я увидел Мистик Флэйр на 7 минуте от Скаймага. Это незаконно. И можно хотя дальше. Мэтью пятый уровень не особо сильно отстает. Мы помним ведь, сколько было фрагов на легкой. Скаймак обычно как раз выживал, в отличие от алхимика, весь опыт забирал. Это дает свои плоды. 2000 золота у Рамзеса. Хорошие тайминги Сакрида и Радика намечаются. Биспер очень быстро весел. И он пока в своей команде лучший по золоту. Выход планируется на показы. Без смока. Сможет Киатака найти здесь килл, соло мигает очень глубоко в район шахты, поставит сейчас туда вард. Увидели только что на портале перемещение, поэтому Monkey King сразу же прячется. Да, приходит Рамзес. Честно говоря, не знаю, просто может хотят линии свапнуть. Дизраптор, Глимс, Киатака, мана достаточно, и панда в таверне. Это будет просто корм для шторма. Постоянно можем будет летать, лутать это деньги. Это не просто... Фригера для шторма, в котором на него очень мало кетч. Тут еще и пугно. Сверху у соло появился 6 уровень, очень ранний. Вместе со скаймагом можно бегать просто соло, что теперь на муве за штормом. И они этой троечкой, скаймаг, шторм плюс пугно, могут 3x5 сейчас играть. Банально. Выход вниз. Шторм, скаймаг. Дизраптор — это слабенький фраг. С другой стороны, бримастер уже справил сплитом. Но тут... По-хорошему бы третьего героя для хорошего, прям идеального тимфайта. Виспера заметили. Сайленс. Мистик Флэйр нужен. Антарас. Мистик Флэйр заходит. Брюмастера успели добить. Сисмайл с армией пауков идет. Антарас телепорт. Но, может быть, и успеет. Антарас уходит на базу. Шторм тем самым делает второй фраг. Ну, а как я атаку контролировать? Хотя мана заканчивается. Палка. Вот так не хватает здесь, не чтобы хватает. И все еще не хватает. И все еще можно было увидеть телепорт. Телепорт Солочи есть. Киатака реально может выезжать. Соло выходит. Декрип на Киатаку. Лайфдрейн. Врывается Мэтью. Киатака уходит. Дерется под башней. Нажимается глиф. Можно под этот глиф разыграть. Антарас, правда, 10-1. Телепорт от Бисмастера очень долго. Миеро, топоры, рор в Манки Кинга. Манки Кинг умирает. Но это не самый плохой выход. Вышел, точнее, контратака от злых гениев. Смогли убить шторма. Но при этом потеряли. Несомненно, очередной раз показа. До этого тоже драка была не самая выгодная. Без какого-либо размена. Там Скаймаг сделал тэп-аут. А Дизраптор и Брюмастер в таверну отправились. В любом случае, алхимик фармит. Никто ему не мешает. Есть Сакрид Релик. И очень скоро он может уже выйти из-под контроля. 4-й левел панда. Как же плохо здесь играть на дизрапторе. На тебя постоянно влетает шторм-сплит, которому ты абсолютно ничего сделать не можешь. Primal Split. Алхимик. Под ультимейтом, но он вот-вот закончится. Тем более работает Spirit Vessel. Очень крутая контра получилась. Особенно при таких таймингах. Рамзес умирает от Мэтью. Шторм будет мстить. У Киатаки очень мало маны. Поднимает его циклон в последний момент. Приходит сюда Скаймаг. И уже не уверен, что Виспер стоит. Издраться Виспер. А у него выбора нет. Ему придется драться. Мистик Флэйр. Вортекс возвращает назад. Виспера. Мистик Флэйр убивают Брюмастера и Течиса. Но снова в алхимика. Алхимик очень много смертей у Рамзеса. Он здесь не главный герой. Здесь может алхимик очень долго фармить. Для него здесь спейса будет просто огромный вагон. Это такой получается, знаешь, запасной вариант. У нас факт от Кибера. Соло прямо сейчас выходит на 7 место по числу сыгранных карт на процене. Алексей эта карта обгоняет Резолюшн и выйдет на 1 место среди всех игроков Восточной Европы. Ну, такой вот настоящий ветеран процены. Удивительно, да, что относительно молодой Резолюшн был топ-1 по количеству сыгранных матчей. Показ. Ну, что же здесь делать? Ну, мана не хватает. Не хватает пугны постоянно за спиной. Так, соло. Испугались, ребята. Надо чуть отступить. Так что алхимик попозже. Если у панд будет складываться все хуже, чем ожидается, хотя, похоже, пока алхимик не потребуется вообще, то потом Рамзес появится. Ему нужно фармить. А вот что нужно делать с злым гением? Родмазер. Ну, кстати, неплохо возвращается Сисмайл в игру. Вспомни начало, там вообще по нетворсу он был среди коров худший.
В любом случае, Бруда, герой, который играет через доминацию, обычно тебе хочется иметь много нетворса в начале, хочется выиграть линию свою. Здесь мы этого не видим. А Бруда, которая скиллится в лейт, ну, это не самая надежная история. Думаешь, в этом патче нельзя верить Бруду в лейте с теми же слотами универсалов? В нее можно верить, но при этом Бруда, она как-то привязана, знаешь, к одной зоне, она не может там спидпушить, свободно передвигаться по карте, ее всегда легко найти относительно других героев. Поэтому ненадежно. Но мне нравится идея купить Оркид. Такой, возможно, риск. Конкретно на универсал Оркид ты этот берешь, но шторма теперь можно ловить. Пока шторм не готов к этому. С другой стороны, нужно и Пугну как-то контролировать, иначе от этой орхидеи будет мало смысла. Шторм также с Оркидом. Об этом мы уже с тобой 5 минут назад говорили. Судя по всему, собираются сейчас за... Смолк развеет атаку. Киатак успевает уйти, активирует руну волшебства. Антарас также отступает. Я не удивлюсь, если панды смогут выйти в контратаку. Но нет, Антарас глимсует. Мистик Флеер. Много урона в Брудмазер. Но никто Антараса не поддержит. Забирают стрик. Посмотри, сколько денег. Почти 1000 золота зарабатывает команда ЕГЭ. И это только саппорт, который стал в легкой линии. Номинально, знаешь, пятерка. Соло в этой игре четверка, но фарма их примерно равный. Просто был стрик. Я бы сказал, что ситуация скорее стабилизировалась. Вспоминая первые 5-6 минут игры, было ощущение, что уже вот сейчас будет реально что-то на уровне ГГ. Ну, минут на пятый. Если только когда в середине были проиграны, когда да. Бруда умирала в соло от шторма, тогда да. Я понимаю, что все еще ужасно у Genesis, но преимущество перестало расти вот этими объемами по 1000 плюс за минуту. Monkey King фармит как-то. Там Battle Fury этот будет. Ну... Конечно, Evil Genesis нужно время. И сейчас вот этот Оркид будет играть, Киатака уже не так будет нагло врываться. Раньше он понимал только Glimpse и Static Storm. Теперь и какой-то Оркид может влететь в тебя. Вчера, кстати, Nine Pandas проиграли команде Nouns. С учетом того, что Nine Pandas вели там больше 20 тысяч. Угу. И если они сейчас будут вести опять двадцатку или даже больше, и снова проиграют такую игру, вот это будет полнейший тильт. Пока что эта игра выглядит супер простой. Если каких-то грубейших ошибок не допускать. Я скажу так. При таком геймплее на 15-0-0 взять Battle Fury на Monkey King — это отличный результат. И сейчас Monkey King еще бы минуток 10 пофармить. Какой-то Blacking Bar, конечно, выйти. Что не списываем злогениев со счетов. Панда на Киатаку. На Вижене Киатака. А что делать? А что делать? А ты не можешь ничего сделать. Без вариантов. Сайленс, бластов. О чем я и говорю, пока шторм не готов вот таким вот атакам. Glimpse, ну и, конечно, Оркид. Похоронный минус соло, минус киатака. В этот момент Monkey King продолжает фармить. Еще и находит Антараса, Виспер, Клэпэйт, паутина от Бруды, телепорт. Может быть, Оркид и успеют обить. Нет, не успевают, уходит Скай. Но это все равно, в общем-то, такой небольшой камбэк. Это большой камбэк. Шторма убить такого большого... Знаешь, ему сбить темп, самое главное, что он перестал убивать, перестал бегать по карте, перестал с Пугной, с Каймагом работать. Не пытаются, знаешь, агрессировать. Чего-то уже боятся панды. Ну и, кстати, кефчики у нас обновленные. 6-6 от Будбум на Evil Geniuses, 1-1 на панд. Выводы делайте сами, но злые гении показывают, что да, уже все, кому не лень, эту команду критикуют. Но, видите, ребята борются. В такой тяжелой карте как-то умудряются пока держаться. И Виспер на брюмастере. Я вот слышал в аналитике много положительного. Вот этот купить Vessel быстрый. Виспер алхимика съедает. Чуть ли не один. Да, был момент точно соло-кила, когда алхимик просто бочкой сам себя взорвал. Ведь маленьких панд нельзя кинуть. Выход в Рошана. Насколько это опасно? Насколько к этому готовы ЕГЭ? Похоже, совершенно не готовы. Не идут, не кидают скан. Как-то ты не ждешь по таким таймингам Рошана, честно говоря. Хотя, ладно, нет, без мастера с оверлордом, наверное, ты ждешь. Алхимик с блокинг баром, поэтому ребята почувствовали, что алхимик может сюда прийти, если случае тимфайта, показать свою мощь. А эти суки атаки. Важно, что именно шторму достался этот предмет. И резко все проблемы команды Nine Pandas решились. Появляется второй доминатор Бестмастер, он теперь будет играть с командой. Как раз таки вот этим кулачком 4 героя могут теперь все вместе передвигаться. Решилась проблема с Static Storm'ом в виде того, что у шторма появляется
Аегис. И БКБ на алхимике, что немаловажно. Он теперь тоже боевой, может подключаться к дракам. И ЕГЭ сидит на базе. Почти в полном составе. Естественно, Monkey King будет фармить, у него есть возможность бегать. Ой, подставляется Брю, есть Праймал, Шторм полетел. Шторм влетает, Мистик Флеер, Брюмастер в таверне. Шторм готов погибнуть, правда, давать Аегису так вот быстро не хочется. И у Смайла нет ничего для этого. Это что, заход на ХГ? Такой ранний? Дракон, бласты, можно фейкануть. Здесь нет алхимика. Алхимик находит руну иллюзии, может он распушить сейчас две стороны. Так не нужен алхимик, если есть дракон и бласты соло. Этого может хватить. Посмотреть, что произойдет, точно можно. Шторм полетел на центре. Дизраптор. Дизраптор ловит оркид. Маны не хватает. Вортекс появляется только сейчас. На дизраптор уходит. Шедоу млет. И атака отступает. Соло выдает побольше маны. Глимские атаки. Ставится арена. Пока непонятно, а что это такое. Рамзес в блокинг-баре в арене. Никого нет. Пытается МК из этой арены выйти сам. Бисмастер с ультимейтом наготове. Манки Кинга ловит. Полетели топоры. Сайленс висит. Не выйти. Не понял немножко эту атаку. Чувствуется серьезнейший рейсинхрон. Monkey King ставит арену, при этом дизраптор отказывается ставить статик поверх этой арены. Так а на кого? На шторма ставить? На шторма, да. Ну и что Но дальше? В любом случае, твой керри ставит арену, твой керри коммитится, он готов принимать драку. И его нужно поддерживать. Да его, это его проблема, что он там... Не знаю. Нет, это не так работает. Мистик Флэр, Брю. Праймал Сплит есть, Глиммер Кейп, умрет ли от Рокки, да нет, за счет стиков выживает. Виспер уходит на базу, Праймал Сплит не жмет, атака по декрипам, соло снова спасает. Ну, тут нужно договариваться, значит, да, или оценить, что мы вообще не деремся. Или выбираем другой фокус, но Шторм с Аегисом, Алхимик вообще с БКБ. И нет ресурсов сейчас его убивать. Вообще не остается пространства для игры у ЕГ. Мэтью. Двоечка занята, с базы выйти очень трудно, Шторм Спирит все время летает, охотится на вас. Очередная показательная игра атаки на Шторме. Очень хорошо он на этом герое исполняет. Антарес. Нет Мистик Флеера, зато есть Сайленс. Но под Сайленс урона никакого не выдают. Декрип. Обычный декрип, даже без лайфдрейна. И все, эки атаку уже не получается убить. А Рамзес все время в тени. То есть всегда... Он не настолько мобилен сейчас так прыгать по тимфайту. Он продолжает просто качать. Ждем Кирасу на алхимике. Это, наверное, будет... Отправной такой точкой, чтобы ломать ХГ. Что у него там в курице? Есть ли что-то? Как-то выглядит маловато, знаешь, 15 тысяч нетворса. А в курице как-то ничего нет. Где-то Кираса потерялась. Блин, себе купил. 2000 золота у него на руках. Вот оно и получается. В общем, билд абсолютно тривиальный. Так, выходит Тэтчес на разведку. Видимо, хочет Мэтью поставить варды, какие-то мины. Рядом панда, Глиммер Кейп, Даст и Мистик Флеер. Не так много магии проходит. Рамзес без ультимейта, без колбы прыгать дальше не рискует. Нужен шторм. Далековато-таки атака был. Повезло. Повезло. Monkey King, БКБ, Battle Fury. Но этого все еще мало. Какой-то вот скади, конечно. Охота за руну мудрости. Покас тоже хочет ее забрать. Так, а что по ки-атаке? Ки-атака. Влетел, ставится арена. Дизраптор. Вортекс Сайлент успеет ли убить дизраптора? Как же долго живут ребята. Один Глиммер Кейп. И столько вопросов решается. Праймал Сплит. Рамзес параллельно против Сисмайла. Брудмазер очень круто кайтит. Алхимика. Шторма закрывает, выбивают первую жизнь. А будет ли попытка выбить вторую жизнь? Есть ли хоть какой-то фокус? Ки-атака. Пока бегает по кругу, выходит Виспер, Рор на Брудмазер. Брудмазер закрывает со всех сторон, крипы и два героя, минус и панда. Дважды убить шторма не выйдет. Вот в чем проблема. Один раз, да, закрыли статиком, убили. На второй раз все ресурсы потрачены. Та же арена была как раз на первую жизнь. Да, в этом и большая проблема сейчас. У ЕГ они и так отстают по золоту. Нужно им еще было работать против Аегиса. Это тот самый первый Аегис, который был реализован очень круто. Команда Нейт Мадас. Шторм стал неубиваемый, и это была, на самом деле, большая бы проблема. Если бы не было Эйса, и брыв на Манкинга. В лесу Удайр, там летел Шторм, но у него кончается мана. Ну, он убивает, убивает. Сработались ребята. Скаймаг плюс Шторм. А получается, Антарес очень круто вышел, просто забайтил на себя все кнопки. Ведь злым гением оставалось дождаться где-то 20-30 секунд, и Эйгис бы пропал. И можно было бы нажать смоук и выйти в этого Шторма, которого еще там блокинг-бара нет, или он там приближается.
одна такая пока однокалиточная карта получается. Ну, много было таких карт с нашими командами из региона Восточной Европы, притом со всеми тремя. Да, регион стал очень сильный в плане ладинга. Именно вот против Восточной Европы тяжело играть. Если вы проигрываете линии, то эти ребята знают, что делать. Но если они, в свою очередь, сами проигрывают линии, то там уже может быть такой же разгром в обратную сторону. Сегодня, кстати, будет матч с Огоньком. Не пропускайте. Через пару часов Найнпандас против Bad Boom. Дерби восточноевропейское. Но уже не в формате DPC, а в формате мажора. Все, пики силы есть. Непонятно, стоит ли ждать здесь следующего Рошана, либо можно и так пойти. Если у Шторм Спирита что-то появилось против Сайленса, ну нет, что-то ничего это нет, БКБ нет. Только БКБ. Даже СНШК это не то. Не думаю, что им стоит сейчас идти. Давайте подождем лучше Рошана. Спокойно закончим игру без какого-либо риска. Если снова будет на Шторме Аегис, то у ЕГ просто нету контрплея на этот предмет. Да, тут, я думаю, шанс на то, что игра закончится после второго раша, но он максимально. Алхимик себе возьмет себе еще и башер в инвентарь. Высокий уровень. И там только от каких-то многочисленных байбеков и ошибок Пандас можно играть злым гением. Может подставиться сейчас Киатака. Снизу есть Дизраптор, снизу есть Манки Кинг и Текис. Это два рядом. Этих трех героев должно хватать. Алхимик придет. Я вот не уверен, что могут Шторма убить настолько прям быстро. Да, контроля хватает, но чтобы быстро убить. Ну, главное реагировать в такие моменты соло. Очень быстро смещаться. Но не готовы ЕГЭ. Немножко не додавили. Хотя бы попытаться. Не удается сделать выход. Показ с этим смирился. Сделал ТП на топ. Продолжает фармить до минимального спавна раша на 20 секунд. Наслаждается панда игрой. В общем, делай все, что хочешь. Но вот Evil Genius сразу разом пытается что-то выдумать. Но вот на этот раз поставили вард глубокий. Может быть, попозже получится как раз-таки какую-то алхимик или шторма поймать. Не самый удачный вард, с учетом того, что следующий рошан будет на топе. Нужно сейчас этот вижен там расставлять. Но здесь ты бестмастер. Супердрафт, Bad Boom, делайте ставки, собирайте карточки героев и получайте реальный шанс выиграть поездку на Бали на двоих, PlayStation 5, ребеты, ну и также мерч от Bad Boom и Bad Boom Team. Панды в атаке, это очень неожиданно. Может быть опасно, Рошан уже появился, это самый маленький тайм. На халяву сейчас убить, просто халяву. Посмотри, сколько денег Алхимик заработал, там столько пауков умирает одномоментно. Рамзес очень большой. Все, Рамзес прям гигачат по творцу, по предметам. Еще и гем у него есть. И башер летит прямо сейчас. Вместо этого гема надо будет гем отдать. Потому что шторму или бесту, неважно. Ну, а как-то вот Рамзес забыл, что Рошан есть какой-то. Точка на топе, на Манки Кинга нападение. Много телепортов мы видим. Поэтому самое интересное происходит сейчас на левой части карты. Да, вот он и Манки Кинг. Рор в Блэкинг Бар. Райт-кликом Паказа избивают. Палка, он ни по кому не попал, кроме кабана. В любом случае, если Джингу Мастер не был заряжен, ну да, да. Попал бы он этой палкой, не попал. Но сам факт, что он как-то вот мог хотя бы на доли секунд задержать. Но не задержал даже без Рошана. Но за последние 10 минут преимущество настолько ощутимо возросло. Мы еще с тобой, я помню, болтали, там было 5 или 6 тысяч, и злые гении даже Шторма смогли подловить на топе. Казалось, что вот он, момент. Пространство получают Evil Geniuses. Но не так быстро закончилось. Не дают шансов вообще ребята из Найнпанд. Очень хорошо играют они эту игру. Буквально там пару киллов всего лишь у игры имеется после лейн-стадии. И вот на драка за Рошана планируется, но как вообще принимать драку без Манкинга? Да, он может успеть сделать ТП на аутпост, но к моменту того, когда он появится, Рошан уже, очевидно, будет отдыхать. Есть Аегис у Шторма необходимый. Плюс еще должен быть сыр. Я бы все Шторму отдавал. Да, да. Хотя вот смотри, Пугна забирает себе сыр. Интересно. Просто Шторму только если вместо Аегиса потом класть этот сыр. Не всегда это удобно. Скорее всего, одного Аегиса и так хватит при таком перевесе. 30-11 на 28-й минуте игры. Неужели панды идут сейчас забирать Торментера? Рамзес мигает на то, чтобы забрать кубик. Забрали уже. В принципе, ладно, одним героем
не особо много ресурсов на это потратили. Лежит ДД на топе, и это должен быть зеленый свет для того, чтобы фандом побежать и начать искать какие-то драки даже на базе врага. Они себе могут это позволить. Ладно, смотрим на шансы Evil Geniuses. Monkey King нулифайр почти купил. Вот они шансы. Но нужно его докупить. Если в драке не будет нулифайра, тут вообще не о чем говорить. Нужно где-то дофармить пару сотен золота до Helmfire Anvil. Ему не поможет нулифайр. Он просто словит рора в драке, против которого нет никакого сейва. Никто не будет фокусить бестмастера. Здесь бестмастер... это одна из самых вообще последних проблем команды ЕГЭ. Я так и просто на скане увидел героя и полетел. Он даже не знал, есть там кто или нет, это было неважно. Monkey King, Glimmer Cape. И атака под волшебством летит дальше. Пакас, неужели может так просто сейчас погибнуть? Пакас, палку нажал, врыв на шторма. Шторм Спирит уходит, мана заканчивается. Но все ресурсы отдают вот это Aegis один. Минус Monkey King, Пакас без права на выкуп. У него не хватает ощутимо денег. Он ведь купил этот сакрет. Ну вот так, просто видишь скан. Видишь руну волшебства и летишь на всю ману и вперед в атаку. Но без Monkey King здесь играть вообще нечем. Бримастер ловит Silence. Отступает. Шторм также оказался в Silence и не мог лететь с Вортексом дальше. Полетел уже в район фонтана. И атака. Кто-то скипнул крипов, похоже. Команде Nine Pandas. Либо но нападение подходит, было подходит. Настолько спонтанное, что не подготовили пачку крипов. Все в порядке. Ты посмотри, что творит. Он просто на фонтане enemy бегает. Рамзес прыгает колба. Панду. Виспер боится выйти с фонтана. Он понимает, что его просто убьют. А что делать? Да, даже один раз ски-атака здесь неубиваемый. Что вообще говорить о том, чтобы ему сняли здесь Aegis? Продолжает пушить огромный пуш-потенциал с Бестом, с Эверлордом, с Алхимиком. Эта база должна падать. Последнюю драку хотят принять EG, судя по всему. 7 секунд до Monkey Кинга. Шторм снова полетел. Врыв на Т-часа. Брюмастер рядом, но ничем не может помочь. Колба Брюмастера. Брюмастера также можно убить. Брюмастера и Abyssal Blade. Какой же урон от Рамзеса. Виспер успевает в последнее мгновение дать Primal Split. Но Бруту добивают, не выкупают все Смайлы. Я думаю, Смайл уже все понимает. Смайл понимает все. GG. Восклицательный знак. В общем, очень карта похожа на Bad Boom Evil Genesis. Вторую, что мы видели вчера. Вот примерно похожий сценарий. Разгромно. Последние 5 минут уже понимаешь, что эту игру не выиграть. То есть ты пытаешься найти какие-то нулифайеры и прочие истории, минут? Но... Да, наверное, это я... Последние минут 25 понимаешь, да, что да. ЕГЭ...